Детский сад в микрорайоне Юго-Западный строится в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Программа позволяет привлекать средства федерального бюджета на возведение объектов социальной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах малоэтажной и многоквартирной застройки. В стремительно растущем микрорайоне детский садик жизненно необходим. Первый камень был заложен летом 2016-го напротив дома номер 90 по улице Камышинской. За такой небольшой период застройщики добились хороших результатов. Работы выполнены на 85%. На сегодняшний день выполнены работы по наружным сетям, то есть выполнены работы по водопроводу наружному, канализации, электроснабжению, теплотрассы проложены, установлены контейнерные, автономные, котельные, газовые. Остались последние штрихи отделочной работы. Но глядя на внешний вид здания и близлежащей территории, можно заключить, садик получился очень ярким и солнечным, то, что надо подрастающему поколению. По словам строителей, это заслуга руководства учреждения, предлагающей свои идеи для оформления садика. Ведь правильно подготовленная образовательная среда – залог полноценного развития ребенка. Кроме этого, в дошкольном учреждении будут реализовываться новые методики по профориентационным направлениям. Мы сейчас работаем серьезно с городом по формированию педагогического коллектива уже и по обучению, потому что действительно программы будут инновационные. В большей степени они ориентированы на вот как раз тренд Ульяновской области, на раннюю профилизацию, с тем, чтобы уже как бы в возрасте дошкольного мы формировали правильные и нужные установки. Первых воспитанников детский сад сможет принять 1 сентября. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.